Здравствуйте, друзья. Сегодня решил попытаться сделать гальваническая развязка дискретных входов Arduino. Для дальнейшей работы нам необходимо будет вот такую развязку сделать, если будем Arduino использовать для, ну, для промышленного электрооборудования, где-то устанавливать там. Вот надо дискретные входы, на дискретных входах сделать гальваническую развязку. Для этих целей я решил использовать оптопара PC817. Вот это оптопара, это даташит его. Вот подключается в таким образом. Здесь питание, здесь выход, это вход. Это выход будем подключать к Arduino. Здесь 5 вольт будем подзывать, это земля, а это независимый вход. Здесь не надо между собой соединять. Я вот схему взял такую. Вот такую схему взял. 5 вольт. Земля, а это уже цифровой вход Arduino, туда подключать. Оптопара, это стаблитрон стоит для защиты входа в случае перенапряжения. 4,7 вольта вот поставили. Здесь это напряжение больше 5 вольт не будет увеличиваться. Это сопротивление здесь, видите, ничего не поставили, надо... Ну, как построечный, что ли, смотря для каких целей будете использовать Arduino. Если вход будет подаваться 5-вольтовый сигнал, то 3 килоома надо вот это сопротивление поставить. А если 24 вольта будет, ну, мы знаем, что в промышленности вот станки, которые есть, там питание 24 вольта, поэтому там дискретные входы должны быть от 24 вольт, чтобы работать. Я попробовал, ну, где-то больше 20 килоом. Я тут 20 килоом поставил, но он включается при 8 вольт. То есть, если на вход подаешь 8 вольт, больше 8 вольт это логическая единица, как бы получается. По-моему, там надо еще побольше сопротивления поставить. Сколько я помню, там у овеновских вот, контроллеров, по-моему, от 15 вольт, где-то 15 вольт до 15. Я сейчас могу ошибиться, надо уточнить. Ну, смотря, ну, если 15 вольт, там сопротивление побольше. Ну, в данный момент я 20 килограмм поставил, 8, это ниже 8, это получается, получается логический 0, а выше уже это логический единица. Я вот видео такое сделал, схему собрал, вот эту схему, сейчас я еще там... Вот эту схему собрал, здесь Arduino включил на выходе светодиод. Да, вот. Нет, я не то включил. Сейчас, секунду. Ну так, вот при помощи FL Pro программировал Arduino. Вот вход, выход взял. Вход подключил к этому. Сейчас. Вот это вход подключил, здесь выходу подключил оптопары, вот это выход, а здесь светодиод подключил. И попробовал, вот как это работает, опыт идеал, опытным путем, вот получил эти сопротивления. Вот включаем. Вот так. Сейчас 3,1 вольта на входе. Ничего не работает. Вот больше 3,1, 3,2 уже светодиод загорается. То есть логический 0 где-то меньше 3 вольт получается. 2.
Сейчас потихонечку напряжение увеличиваем. Увеличиваем. Вот меняем напряжение на входе. Три, один. Вот 3,2 уже включается светодиод. То есть логически единица где-то 3,2 вольта выше получается. Сейчас здесь, чтобы с входа большое напряжение подавать, я вот меняю, там с 20 кОм подключаю вход. И вольтметр тоже. Вот. Сейчас здесь 20 кОм на входе. Вот выше 8 вольт и срабатывает. Но это для промышленных целей, если будете использовать где-то на станках. Вот, тогда больше 20 кОм, наверное, надо. Не 20, а еще побольше надо. Побольше. Вот так. Опыт идеал на этом. Это у нас оптопара стоит. Это схема. Стаблитрон, а это мой китайский вольтметр, который обзор взял, рассказал про этот вольтметр. Вот этот вольтметр использовал. Ну, здесь удобно, как бы при помощи этого вольтметра видно уже, опыт делаем и на экране все видно. Ну так, вот это сейчас выключу. Вот это схема, вот схема. То есть вот при помощи такой схемы можно уже гальваническую развязку сделать, Arduino, вот дискретные входы Arduino, гальваническую развязку. Я в будущем попробую еще гальваническую развязку сделать для логических входов. Ну, там пока нам не надо. Вот эта схема будет у нас на сайте, если кому надо, вот сайт. arduinoprom.ru, мой сайт, здесь все подробно будет. Это канал мой в YouTube. Кто хочет, можете подписаться на канал. Здесь это контакты, группа ВКонтакте тоже, если хотите, можете подписаться. Так, вроде все, о чем я хотел сказать. Спасибо за внимание, до свидания.